Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Это видео будет о расхламлении. И вот первую партию вещей, которые я подобрала, я вам сейчас быстренько покажу. Первые это вот такие вот балетки мятного цвета, прекрасные. Я их покупала в мае на какой-то распродаже в Ленте, по-моему, что-то там такое было. Они стоили 269 рублей, мне они очень понравились. Прекрасно сидели на ноге, в них ноги не потеют, не натирают, ничего не делается. Ну, в общем, прекрасная пара обуви. Но они мне стали широки и спадают просто уже с ноги, поэтому я предложила передать эти балетки. В принципе, меня с удовольствием их принимают, почему бы и нет. Я вот решила, что это лето, они должны еще послужить другому хозяину. Вот, поэтому балеточки эти я передаю, но они на самом деле очень удобные, так что если будете в Ленте и вдруг у вас глаз упадет на подобные балетки, то берите. И тем более, если у вас нежная кожа ног и обувь, в принципе, постоянно что-то где-то трет. Вот, вот такие вот балеточки я сегодня передаю. Следующее на расхламление у меня попадает вот такая вот штучка. Это какой-то, ну, типа блокнота, что ли. Покупала в фикс-прайсе. Это как бы коврик для мыши. И можно сразу делать какие-то записи здесь и все прочее. Но не пригодился. Я решила, что это можно израсходовать. Как нельзя лучше, конечно же, на работе. Вот, я вот эту вот вещь отнесу на работу. И надеюсь, что достаточно быстро удастся ее списать, потому что на работе делается очень много записей, как обычно. Я думаю, не только у меня, но и у многих. Вот, так что вот такой вот клод к расхламлению. Ура! Скоро я доберусь до своих блокнотов. Так, вот с этим вот блокнотом вместе я решила путем допользования расхламить вот такие вот стержни, как они называются. Они называются набор картриджей, 6 штук, цвет черный. Это, в общем, для перьевой ручки. Из 6 штук у меня осталось 5, но так как они очень быстро используются, то я, в принципе, решила, что можно будет очень быстренько их допользовать в рабочее время, на работе, а что-то там, какие-то записи делать на том же самом вот этом вот блокнотике. Поэтому я их тоже отношу на работу. В принципе, вот меня просто в магазине, может быть, неправильно поняли, я хотела, ну, синие, естественно, вот эти вот картриджи, да, а мне продали черные. Ну ладно, в принципе, на работе все сойдет, как говорится, и буду использовать их, допользую, точнее, во время рабочего процесса. Я думаю, они очень быстро уйдут. Здесь наполнение какое-то очень-очень маленькое. Буквально на несколько дней записи, наверное, хватит, и все. То есть вот-вот это также я отнесу на работу, буду там использовать и тем самым расхламлю свои вот такие вот запасики. Это видео каким-то собирательным у меня получается по расхламлению. Ну, в общем, в итоге иду я сейчас с работы. И иду в своих любимых босоножках, вот таких вот, смотрите, вот. Пожалуй, это самые лучшие босоножки, которые у меня были. Начинают они у меня расклеиваться, то есть они у меня самоликвидировались, вот смотрите. Но они вообще на самом деле, они очень крутые. Они и на ноге сидят, ну просто превосходные. Вот этой покупкой я довольна как никогда. Но уже достаточно большое количество времени они мне служат. Наверное, пришло время расстаться. Еще раз я вам их покажу. Вот такие вот они. Прекрасные просто босоножки. Мне они очень нравятся. Ну вот, пришло время расстаться, потому что они начали уже, как говорится, распадаться на глазах. Ну, в общем, смотрите. Вот здесь вот у меня вот этот ремень черный, который я оставила. И он вот здесь вот расслоился. Надеюсь, это видно. Ну, в общем, сами понимаете, что этот ремень тоже самоликвидировался. Но, по-моему, у меня там еще были черные ремни. Но в любом случае, я его, конечно же, ремонтировать, клеить не буду.
Вот иду с работы и самоликвидировались. У меня две вещи. Это обалденные босоножки. Еще раз я вам покажу. Вот. Я ушла с солнца, здесь более-менее тень. И видно, вот какие у меня босоножки. Вот. Но они нереально клевые, конечно. Если бы я еще видела такие, я бы обязательно их приобрела. Но таких, наверное, уже нет. И самоликвидировался ремень для одежды. Вот такой вот улов у меня еще дополнительно. То есть это видео о какой-то самоликвидации и допользовании вещей, наверное. Я даже его как-то так назову примерно. Еще вам покажу немножко обуви. Смотрите, вот такие вот кроссовки от фирмы Demix. Я их покупала уже очень давно, очень долго их носила, очень они мне нравились. Но они уже полностью износились, и я решила, что в этом сезоне они уже покидают мои обувные коробки и уходят из моего гардероба. Вот такие вот они приятные были, бежевого цвета, кожаные, такие коротенькие, ну как бы... Приятные очень ботиночки, очень удобные. Но, к сожалению, опять-таки, такую модель уже не продают в Спортмастере. И уже нет возможности приобрести что-то похожее. Но я вам здесь оставлю ссылочку на то, что я расхламляла уже в этом году. Такие же, только черного цвета на работе. Так что, кому интересно, проходите по ссылке. Там я еще расхламила свои картонные туфельки. Ну, в общем, много всего интересного. Так что вот... И эта пара обуви также покидает мой гардероб. У меня сгорела, получается, от зарядника вот такая вот розетка, да, ну, все вы знаете, как это все работает. В общем, вот так вот сгорела, не знаю, сфокусируется или нет, что в последнее время у меня вообще ничего не фокусируется в кадр. Ну, в общем, одним словом, опять-таки, самоликвидация. Так долго она мне прослужила, это зарядка, это розетка, шнур тоже какой-то весь погнулся, не пойми что, в общем, не очень-то мне везет с такими устройствами. Так, ну и еще я вам покажу, также хочу оставить свой отзыв. Покупала я в Леонардо вот такой вот клей-карандаш, он очень быстро использовался, он вот такого какого-то прозрачного цвета, сейчас я тоже попробую какой-то фокус хотя бы поймать. Вот такого вот он прозрачного цвета. Не скажу, что вау, как клеит. Клеит обычно, как все клеи карандаши. Но все равно в моих фаворитах остается Эрих Краузе Magic, который мажет фиолетовым, а потом при высыхании он уже цвет меняется. То есть, естественно, не будет фиолетового цвета. Вот. Данный клей мне не понравился ни по своим свойствам по склеиванию. Запах у него настолько неприятный, что я даже не могу передать, то есть такой химозный запах. Леонардо схватила, было по скидке 29, по-моему, рублей, но можете посмотреть у меня в ролике про Леонардо, я тоже постараюсь вам не забыть оставить здесь ссылочку. Ну вот, собственно, снова вот такое вот происходит у меня с ремнем, смотрите, я не знаю, это, видимо... От старости, что ли, он начал мне расслаиваться. То есть только что вот я показала вам черный такой же ремень. И с зеленым, собственно, то же самое случилось. Он тоже вот так вот расслоился весь. Ну, при том, что не по всей длине, конечно же, да. Но, тем не менее, очень-очень неприятно. Так, и что это у нас за фирма ремня? Это у нас Остин. Вот, пожалуйста. Остин. Ну, не знаю, в общем, вот такая вот, вот такие вот чудеса происходят. И, ну, конечно же, данный ремень также у меня уходит в расхламление. Удивительно. То есть они, собственно, не проносились и лета календарного, да, то есть и так-то я их не каждый день ношу. Так еще они вот так вот себя повели. То есть я делала буквально их 2-3 раза каждый за все лето. И вот такое вот безобразие. Ну, в общем, данный ремень также расхламляю.
видео, конечно, получается таким собирательным, но почему-то в течение этого месяца у меня начали как-то саморасхламляться какие-то вещи. Может быть, от того, что они на какой-то длительный период времени уже мне служат. Может, по каким-то другим причинам и соображениям. Не знаю, углубляться в это не буду. И, в общем-то, вот хочу вам показать еще вот такую вот брошь. Такая вот брошечка у меня была. А у меня она есть такая в белом цвете и в синем цвете. Вот, в белом цвете у меня, смотрите, что произошло. У меня отвалилась иголка, само крепление. Ну, конечно же, я ее ремонтировать не буду. И, собственно, брошка также покидает мою коробочку с украшениями. Так, еще две пары, ой, точнее, пара очков, да, голубого такого вот цвета и розового цвета. Вот, они самые обычные, ничего у них такого примечательного нет, шли как сувенир, вот в таких вот еще футлярчиках симпатичных. Вот, решила я эти очки отдать, пусть, думаю, людям, если пригодится, то здорово. Они у меня лежат уже, наверное, лет 5, то есть не нужны. У меня есть другие очки, которые я ношу, а эти, в принципе, вот лежат, занимают место. Но даже дело-то, в принципе, не в месте, а в том, что просто вещь не используется. Если она может быть использована кем-то другим, то почему бы и нет. То есть такие вот двое очков я тоже сегодня отдаю.